Всем привет, вы на канале В Корзину ТВ, и сегодня у нас очередные посылочки, но я хочу вас предупредить сразу, я некомпетентна в этих товарах, то есть для меня просто проверка и распаковка, работает, не работает, все. Поэтому не ругайтесь, если я что-то буду называть не тем именем, которое есть. Итак, первая наша посылочка, это очень дешевая электронная сигарета, ну она просто реально там рублей 300, наверное, стоит. У нас уже была такая, ну, не в обзоре, а просто в использовании, только немножко другого плана. В принципе, вот вся комплектация, какая-то бумажка с небольшой инструкцией, ну, составляющей частью, и все. Больше мне ничего нет. Это зарядное устройство, в принципе, я думаю, уже многие с ним знакомы. И сама электронка. Вот здесь у меня стоит аккумулятор, вы его вкручиваете сюда и ставите на зарядку при помощи USB. Я надеюсь, она заряжена. Она такая легкая, как ручка. В общем, заправляется она не с помощью откручивающегося, господи, штука, а откручивается сам бочонок. То есть здесь стоит испаритель. Он никак, да, не раскрывается, не раскручивается. Ну, правда, совсем какая-то неудобная система, но давайте попробуем, не знаю. Я налила совсем чуть-чуть жидкости, ну, просто для пробы. То есть вот кверх ногами это как-то странно, ужасно странно. Да, она работает, дыма, правда, маловато, но я не знаю, возможно, потому что жидкости мало. Я совсем чуть-чуть налила по капельке. Когда нажимаешь кнопку, горит синим, это значит, она работает. Ну, в принципе, неплохая вещь, но пока просто для развлечения. И вторая у нас посылочка, и вы знаете, у меня такое смутное сомнение, что ее вскрывали, ну точнее я в этом уверена, потому что сверху надели какой-то кулек, вложили туда бумаги с таможни, была проверка веса, причем вес сходится, я не знаю, что с ней делать. Упакована стандартный кулек с пупырышками. Здесь у нас вот такая прелесть. Просто здорово. На коробке... Есть небольшая информация. И сзади у нас есть обозначение цвета. Ну, у нас вот full black. Full black. Полностью черный. Сейчас я ее вскрою. У продавца на сайте три комплектации. О, слушайте, она такая пошарпанная, как будто ей пользовались. У продавца три комплектации. Первая комплектация с двух... Ну, короче, 2 мл бочонок вот этот. Вторая комплектация без бочонка, то есть просто вот сама электронка. И третья комплектация бочок на 4 мл. В комплекте нет батарейки. Мы покупали ее отдельно. В общем, это iStick Pico. Взяли мы ее за 2300 примерно. И потом только узнали, что в ней нет батарейки. Ну, сейчас я покажу комплектацию и потом уже все остальное. Вот, все, мы коробку опустошили. Зарядное устройство, микро USB, USB, запасной испаритель. Я не знаю, как называются вот эти силиконовые колечки, но они в комплекте есть. Да, я же говорила, я в принципе не некомпетентна в этом. Инструкция и вторая инструкция. Зачем? Не знаю. Вот бочонок на 4 мл, это Mellow 3. У него есть регулировка испарения, ну, в принципе, все как и должно быть. Также мультштук, он тоже отдельно может приобретаться. Вот так она откручивается и сюда заливается жидкость. И сам вот этот блок пика с экраном, с кнопочкой, с разъемом под зарядку. И здесь две кнопочки, ну, такой железный, мне нравится. Разъем под батарейку находится вот здесь. В комплекте батарейки нет. Будьте внимательны и не прогадайте так, как мы это сделали. Поняв, что мы останемся без батарейки, мы пошли и купили в ближайшем магазине. И, кстати, в этом магазине продавалась тоже iStick Pico, и цена 4490 рублей, в два раза больше. Это ужасно. Так, плюсом вниз. То есть батарейка немножко выходит за края. Да. Ну
Ну и сейчас я залью жидкость и посмотрим ее работоспособность. В общем, я залила совсем немножко жидкости, ну, только для проверки. Работает, но давайте вернемся к инструкции. Я не ожидала, что будет русский язык на самом деле, потому что в других обзорах на ней русского языка не было. Но он именно в нашей комплектации есть, это большой плюс, это здорово. В общем, инструкция на русском – это круто, у нее есть несколько режимов. Мы их не переключаем, я даже не знаю, зачем они, в принципе, нужны, но это я буду изучать, так как такой аппарат у меня в руках еще не присутствовал. Стандартно пятикратным нажатием, вот на экране появляется информация. Здесь вольты, ваты, я так думаю. Ну, в общем, информации много. Вот этими вот клавишами, плюс-минус, мы переключаем степень нагрева. И она, кстати, стояла на 75, по-моему, когда я ее только включила после заправки. Это реально много, я аж подавилась от неожиданности, просто это для меня было что-то. Режимов много, это изучайте в других обзорах, потому что для меня они ничего не значат, и я не могу о них рассказывать, так как о них ничего не знаю. Она работает, все здорово. Чтобы начать ее использовать, надо также нажать на клавишу и сделать затяжку. Это у меня сейчас стоит, в принципе, практически минимально. То есть вот такие значения. Надеюсь, вам видно. Я сейчас поставлю максимальный, и я надеюсь, я не подавлюсь опять. То есть я зажимаю кнопку, и цифры быстро-быстро начинают меняться. Вот она, максимально 75, и, честно говоря, я даже боюсь. Показывает 4,24 вольта. То есть даже вот нажимаешь, она начинает щелкать, трещать, то есть жидкость немного испаряется. В общем, я от неожиданности все-таки подавилась. Но, честно говоря, мне нравится. Пока что это не есть сама цель перейти с обычных сигарет на электронную, но как замена, почему бы и нет. Я изучу ее подробнее, и пока что, на первый взгляд, я в восторге на самом деле, честно. Кстати говоря, одно уточнение. Это оригинал. То есть, хоть и заказан с Алиэкспресса, с китайского сайта, но это оригинал. И можно зайти на сайт компании по вот этим вот ссылочкам, ну, кодом, и перепрошить ее. Зачем это надо, я опять же таки не знаю, но это можно сделать. Я думаю, это плюс, когда с китайского сайта ты заказываешь оригинал. В общем, вот такая iStick Pico. Классная, в руке лежит удобно, маленькая, то есть как раз таки даже для девушек она подойдет идеально. Ну что ж, ребят, у нас сегодня это все. Вот такой вот кратенький обзорчик, распаковочка. Я предупреждала, что я в этом не компетентна, поэтому прошу меня простить. Хорошего вам настроения. Пока-пока.